Невнимательность водителя чуть не стоила жизни пешеходу. Женщина за считанные секунды отреагировала и увернулась от иномарки. На красных партизан Воровского автолюбитель на синем седане, разворачиваясь на перекрестке, не уступил дорогу встречному авто. От удара заднюю часть белой легковушки занесло на тротуар, где в этот момент стояли люди. Машина пронеслась буквально в нескольких сантиметрах от пешехода. Женщина успела отбежать в сторону. Невнимательность или спешка стали причиной аварии на пересечении улиц Уральской и Старокубанской. Водитель внедорожника, выезжая на перекресток, по всей видимости, не заметил приближающуюся легковушку. А вот на кольце Лизы Чайкиной и Сормовская девушка на сером кроссовере, несмотря на знак «Уступи дорогу», все равно решила первой проехать перекресток. Такого упорства не ожидал водитель на коричневом седане.